Некоторые, пользуясь отечественными холодильниками, не переживают по поводу того, что вот в импортных холодильниках на дверце есть окошко с информацией о температурах в морозилке и в холодильной камере. И, может быть, даже из-за этого хотят покупать другой холодильник. На самом деле это не проблема. Хочу вот вам показать одно интересное устройство, купленное на AliExpress. Это приборчик с двумя беспроводными датчиками. Стоимость 800 рублей. Крепится вот на магнитах к стенке холодильника и имеет два беспроводных датчика. Один датчик можно расположить, допустим, в холодильной камере. Он расположен вот здесь вот на двери у меня. И второй датчик в морозильной камере. Вот он. На средней полке стоит. Вот он. Вот эти датчики работают от двух батареек и периодически передают сигналы вот на этот вот приборчик. Этот прибор показывает верхнюю температуру. Это у нас датчик холодильной камеры. А не, вот, вот этот вот получается. Вот, это холодильная камера. А вот этот вот, это морозильная камера. Вот в холодильной сейчас 3. Здесь вот минус 18. А это температура комнатная. Вот. Почему я купил такой приборчик? Ну, во-первых, температуру знать все-таки необходимо, потому что вот настройки холодильника, допустим, ну вот эти колесики, вот, они имеют только цифровые значения, мы не знаем на самом деле реальную температуру в камерах. В холодильнике, ну, оптимальная температура должна быть где-то около 5 градусов. На самом деле, когда я поставил этот приборчик, оказывается, температура у меня была очень низкая, около 2-3 градусов. Поэтому вот этот прибор мне помог немножко ее оптимально настроить. Реже стал включаться компрессор, экономия электроэнергии и так далее. Но хочу что еще сказать. Вот если в импортных холодильниках в дверце встроен этот дисплей только для холодильника, то этот прибор можно использовать, сами понимаете, где угодно. Ну, если мы добились нормальной работы, то, в принципе, можно его пока использовать, скажем, как метеостанцию. Этот датчик один можно расположить за окном, он будет показывать температуру уличную. Или можно, например, поставить эти датчики по комнатам, которые будут показывать температуру в комнатах. Ну и так далее. Можно там, не знаю, теплиться. Ну, по крайней мере, на территории квартиры, на расстоянии комнат, сигнал проходит нормально. Кстати говоря, тут есть еще настройка по алармам. Если температура будет выходить за какие-то пределы, то он будет сигнализировать. Ну, и тем самым, к примеру, можно понять, что перестал работать компрессор или, скажем, холодильник почему-то отключился. Вот такое вот интересное устройство.